Уважаемые друзья, здравствуйте! Сегодня у нас ответственный день. Мы с вами объявляем итоги нашего зрительского голосования. Очень интересно, что вы там наголосовали. Итак, повторюсь. Голосование у нас было «за», «против» не было. Итак, мы голосовали либо за тему спектакля о морях и океанах, о романтике, о злодеях и о транспортных средствах. Да, вот такие вот странные у нас темы спектаклей. Да. Итак, посмотрим, что вы там у нас наголосовали. Что-то как-то вы не очень активно наголосовали сейчас. Ой, ну что ж могу сказать. Все, видимо, придется... Все придется решать самой. Ну что, как всегда. Я уже даже ничему не удивляюсь. Ну ничего, все равно спасибо за тех... Ну, я не буду называть, сколько человек проголосовали, но и вам за то спасибо. Мы решаем, что темой нашего спектакля будут все темы нашего спектакля. То есть мы объединим все, которые мы обозначили, и они войдут в основную, как это называется слово? Доминик, как называется слово? Основную массу, масса, странное слово, ну ладно. В общем, все эти сюжеты будут сюжетами нашего сюжета, нашего спектакля. Итак, до встречи!